Вы только посмотрите, кто к нам пришел сегодня на ужин. Это братишка к нам прилетел из морских глубин. Он сейчас смотрит вот так вот, интересуется, что это за фигня такая. Да, братишка, я тебя очень сильно понимаю. Ты сам даже не знаешь, что происходит. Братишка, ну скажи мне, как дела твои? Ты не пугайся, брат. Стоишь у меня тут на подоконнике, такой красавчик. Я бы с тобой, конечно, бы пообщался напрямую, но, к сожалению, я не могу. Ну давай, братишка, ну расскажи мне, как твои дела? Чё нового? Как там сегодня погода такая плохая в Питере? Очень такая неинтересная совсем, братишка. Ну что ты молчишь? Какой ты красавчик. Прилетел моя. Тут обычно только голуби ко мне прилетают. А вот такие вот братишки не хотят со мной общаться. Ну скажи что-нибудь. Расскажи. Скажи, дождь надоел. Совсем бесит меня. Да, братишка? Давай пообщаемся. Давай я, может, окно открою. Ты не испугаешься, братишка? Блять. Здорово, братишка. Как дела? Как твои, ничего? Да, я тебя потрогаю. Братка. Ой. Ой. Ой, ты боишься? Или ты хочешь меня укусить, братишка? Ну не надо, пожалуйста, не убегай. Братанчик, иди сюда. Блять, не достаю до тебя, братишка. Ну извини, у меня нету рук таких длинных. Иди сюда. Может, тебе что похавать дать? Давай, я тебе дам что-нибудь похавать. У меня колбаска есть. Братишка, смотри. У меня есть колбаска. Братанчик, ну ты заглядывай, если что. Смотри. Ох ты, блядь. Нихуя себе. Не улетай никуда, братишка. На, бери. Хавай, братан, хавай. Хавай вместе с нами. Полными горстями. Ну на, бери. Ну бери, братан, чё ты боишься? Братишка, на. Блядь, только не оттяпай мне поллапы. Давай, моя, кушай. Кушай, моя сладкая. Давай, братишка. Смотри, колбаска какая жирная. Кушай. Кушай, братан. Оп, оп. Нихуя выдергиваешь прямо из рук. Братанчик. Блядь, не цапнул бы меня. Я понимаю, конечно, братишка, тебе тут понравилось. Сейчас я тебе порежу на кусочки. Братишка, ты не улетел еще? Ну смотри, братишка. У меня, короче, вот есть тут вот такая хуйня. Ты что, полностью их жрешь, что ли? Ты посмотрите, он их сглатывает. Вот это да, какой голодный. Братишка, ну что ты делаешь? Ну ты хотя бы пережевываешь, что ли? Ну ебаный в рот, братишка. Ну зачем так? Ну это же закуска. Блять, уронил. Ну что, братан, ну что ты, блять, все скидываешь-то, еб твою мать, брат. Ебаный в рот, братишка. Блять, я столько сам не съедаю, сколько ты съедаешь, брат. Вот это да. Вот расскажешь пацанам, вот они обрадуются, скажут, нифига ты, братишка, нажрался где-то, как сучара. Давай. Братанчик, ну, у тебя сегодня удачный день, конечно. Ты сегодня нажрался вообще нормально. Братишка, ну вот еще кусочек остался. Ну, скушай его. Братан, тебя как зовут? Ну, жри. Да, блядь, тарелку-то не трогай. Ну, что ты делаешь-то? Ну, что ты такой неуклюжий? Ну, возьми вот этот кусок. Вот, красава.
красава, братишка. Ну все, главное просраться потом после вот этого всего, чтобы у тебя все это переварилось, конечно, братишка. От души. Блять, тарелка.